Респираторные инфекции остаются одной из основных проблем современного птицеводства. Правильная стратегия вакцинации и выбор антибиотиков с широким спектром терапевтического действия обеспечивают эффективную защиту птицы. Несмотря на присутствие на рынке множества антибактериальных средств, не все они эффективны из-за резистенции бактерий. Недостаточный терапевтический эффект приводит к появлению хроническим заболеваниям. Специалистами компании научно-производственная компания «Фарминдустрии» разработан антибиотик широкого спектра действия «Левобром». Левофлоксацин. Антибиотик широкого спектра действия группы фторхинолонов третьего поколения, оказывающая бактерицидное действие на грамположительные и грамотрицеотельные микроорганизмы. Являясь представителем нового поколения, левофлоксацин позволяет преодолеть резистентность микроорганизмов к фторхинолонам предыдущих поколений, в том числе и энрофлоксацеину, сейпрофлоксацину, афлоксацеину и норфлоксацеину. Биодоступность левофлоксацеина после перорального приема составляет 99%. Концентрация в сыворотке крови достигает максимума через 2 часа после применения. Левофлоксацин хорошо проникает в органы и ткани, легкие, слизистую оболочку бронхов, мокроту, органы мочеполовой системы, полиморфно-ядерные лейкоциты, альвеолярные макрофаги. Бромгексин, муколитическое средство, оказывает секретолитическое, отхаркивающее и слабое противокашлевое действие. Бромгексин снижает вязкость мокроты за счет деполимеризации мукопротеиновых и мукополисахаридных волокон. Активирует мерцательные эпителии легких, увеличивает объем и улучшает отхождение мокроты. Полностью всасывается в желудочно-кишечном тракте. Биодоступность бромгексина составляет 80%. Механизм действия левофлоксацеина связан с блокадой ДНК геразы, топоизомераза 2 и топоизомеразы ИВ, нарушением суперспирализации и шивки разрывов дезоксирибонуклеиновой кислоты, ингибированием синтеза дезоксирибонуклеиновой кислоты, глубокими метаболическими изменениями в цитоплазме, клеточной стенке и мембранах. Левофлоксацин и бромгексин действуют синергически против инфекций. Этот эффект может быть отнесен к тому, что бромгексин разжижает слизь, мокроту, и усиливает прохождение левофлоксацеина в трахеобронхиальный секрет. Стимулирует выработку эндогенного сурфактанта, обеспечивающего стабильность альвеолярных клеток в процессе дыхания. Левобром – выбор номер один среди антибактериальных средств.